привет, зритель. Конечно, может быть, надо было раньше снять. Ну, я вот только сейчас вспомнила что-то так. Точнее, вообще случайно совершенно подумала. А почему бы не заснять, как я тут цветок пересаживаю? Хлорофитум. Выживший один из... Один у меня сожрал Тиша. Та еще Маруся. А другой у меня все-таки умудрился немножко выжить. И мне вообще-то надо успеть до 10-12, потому что 12 мне придет человек на обед. И за 10 минут надо будет это все как-то убрать. И еще, если вдруг вам мой вид покажется мертвым, то во всем винить надо Тишу. Он решил сегодня, что, точнее, в эту ночь, что хозяину спать не обязательно. Хозяин спал от силы часа 3. Это если сложить все по 20, 15, 5, 10 минуток, не считая того, что я вчера вообще ласты не склеила с дикой мигрени, и прогулка на велике меня совершенно не спасла. В общем, вот решил, что ему хочется полоскаться, поиграться, поораться, пожрать, причем не в том месте, где обычно, ну и прочее. Ну и я врань проснулась, ходил за молоком. На часах у нас 10:46. И сейчас я одну вот эту штучку заграбастую, хотя она слегка повыше, наверное, чем контейнер, хотя нет, вот такая же. У меня тут есть пуэрчик. Солнышко в окно, возможно, отсвечивает. Но зато при свете, скажем так, дня. Так, не так плотно сидят. Вообще, мне выходные светит пересадка моих огурцов. Вот зачем они так захерачивают? Хрен же достанешь. И вот один у меня оборвался. И второй сейчас оборвется. И как его вообще достать? Вот. Так, это у нас для огурцов будут. О. Значит, один рваненький у меня вот сейчас в эти самые пойдет. А вот цветы. Эти тут надо убрать. Вот это я не цветочная рассада. Ну да ладно. Вообще собиралась немножко подремать до того, как человек на обед придет. Но что-то меня покрыло проверить цветы. Ел я сегодня на завтрак самопальный йогурт, в смысле кефир. Простоквашу и немножко-то у меня было сливки со всякими ягодами. А еще... Стакан какао себе свояла, как только молока принесла. Так. Нет у меня газетки, чтобы вот это все стереть. Может, какую кастрюльку или ведерко это поставить, чтобы оно не уконтракупилось. А, у меня в ведерке-то вода. Потому что... Ее отрубали. Надо до конца отрезать. Я думаю, будет вот эта анальная боль от вида этого всего. Ты что там творишь, придурок? Нельзя там пройти, иди в жопу. Эй! Ты дурак, что ли, совсем?
В общем, люди, там расстояние вот такое, наверное, от пола до полочки. И мы туда пролезли. А дальше у нас деревяшечка стоит. И как бы не пройти, не знаю, где он там сейчас собирается вылезать, этот дурень. Не кот, а бармак какой-то совершенно. Я уже очень много раз пожалела, что я послушалась тетю и завела кота. Конечно, с ним, может, иногда можно поговорить. И типа как живое существо, то все. Но с растениями тоже можно говорить. Хреновая тут какая-то земля продается. С корнями. С какой-то белой фигней. Солнышко свалило. Я так понимаю, ты туда свой шарик, что ли, закатил? Крокодилище чертово. Не знаю, что за этот закон. Многофункциональная чашка. Надо чем-то эту достать. Ложечка какая-нибудь. Где-нибудь. Я потом тебя помогу, Лучка. Я ж не в говне тобой валяться буду. Но зато, если вдруг у кого возникнет адская попоголь, возможно возникнет желание мне какую-нибудь фигню подарить, которой удобнее делать вот это вот. Только главное, гляньте на доставку Углича. А то люди сначала жаждут мне что-то дарить, домогаются прям что-то, типа, что ты хочешь. А потом исчезают. Причем я как бы и не прошу что-то до меня домогаться, выяснять, потому что мне всегда тупо неудобно, когда меня так вот в упор спрашивают. Порога, типа, что ты хочешь. Я много чего хочу. О чем говорю еще иногда и в роликах. Вот я в Японию, к примеру, хочу, но денег ни хрена нет. Еще надо велик покупать со скоростями. Я уж думала как-нибудь пережить с тем, что есть. И у меня, как обычно, моя пошла это, типа, уже стандартно, я уже некоторые свои косяки знаю. Лёля загоняется, ситуацией выбора, типа, надо ли мне это. Но мой любимый японист нежненько вправил мне мозг, сказав, что не только в горку можно ехать на таком велике. Ну, типа, легко, удобнее. Чуть было не сказала мой любимый мужик, но так как он просто японист, то... Поэтому мой любимый японист. Зевот булькает. Что-то ему хочется. Возможно, он сетует на то, что он рассчитывал поспать 8 часов, как обычный человек. Ну, в смысле, со всеми другими пищевыми органами. Точнее, со всеми другими органами вообще. Отдохнуть. Чего тут за белые фигни? В этой земле. Может, она с какой-то этой полностью готовой почвопродукт универсальный для выращивания всех видов овощных, ягодных культур, цветов и рассады. Живая земля. Может, эти белые фигни – это живая земля? Ожившая земля, например. Так-то мне обещали из сада выдать земли частично на огурцы, чтобы смешать ее немножко с этой. Но я бы нафиг лучше не смешивала, а тупо в одну землю засадила. Садовую. Смущает меня эта земля как-то. Я когда-то давно покупала себе землю под какой-то цветочек.
по-моему, под Бархатцы. На Механке, в Добровёнке, там земля была какая-то, ну, без белых каких-то штучек. Еще и какие-то, как песчинки. Вот не помню, это бабушкина ложка или дедушкина. Может, что было две таких ложки, и бабушка стабильно пила. А, опять мою ложку взяла. На ней её не подписано. А я путала то ли бабушкина, то ли дедушкина. Но это уже было после того, как дедушка отошел в мир иной. Я говорю как мир и союз, да, и потом Ной, имя, да. Ну, можно сказать, наверное, мир. И, допустим, Кира Хименит. Мир Майкл. Вот, кстати, тут мне что-то YouTube все подкидывать стало этого Фредди Меркури, который. Ну, мне он когда-то раньше как бы импонировал. Я слушала Крим, все такое, у меня книжка была такая, типа как фотоальбом, я его потом загнала какой-то знакомой за символическую монетку. Хотя был еще один знакомый, дофига взрослый мужик, даже по тем меркам еще дофига меня старше был. И он потом был как же так, вот у тебя был такой альбом, а ты загнала кому-то другому. Но она тоже поносила от этого Фредди. Я-то чисто, мне как бы нравилось его творчество. И как, ну, воспринимала его как личность. Я воспринимала Фредди как отдельную личность. А она тупо фанатела. И вот тут тоже такой конкретный фанат был. Ну так вот, YouTube мне подкидывает этого Фредди. Я вот чуть не догоняю. Вот этот фильм по нему сняли. «Богемская рапсодия». Я его еще, конечно же, не смотрела. Вроде как не юбилей. Сколько-то конкретно дней лет со смерти тоже вроде как не юбилей, потому что, насколько я помню, по-моему, 46-го года рождения Фредди было, если я не путаю. Тоже вроде как дело, как Майкл. Листик, наверное, тебе надо собачить. Но ты руками что-то не отсобачиваешься. Ты не ради дискации, чтобы тебя так легко отсобачить. И вот... Чего этого Фредди мусорят? Не, круто, конечно, что его там помнят что-то, но в чем вдруг? Чем сие связано? И удивительно, что про Фредди что-то, я так понимаю, путное пишут, а каким-то выродкам все не имется, они скачут на костях Македонского, в смысле этого самого Джексона. Ну, по моей теории, Македонский переродился в итоге Джексоном. Ибо точно так же Кони двинул не своей смертью. Ну и не только поэтому. Ну, это уже ваше дело, соглашаться с моей теорией или нет. Я не уверена, наверное, процентов 2, хочется сказать 30, но я думаю, наверное, на самом деле процентов 10 читали мое литературное творчество. Ту же «Инферно», «Сферат», стихи и прочее. Ну, не только там «Инферно», у меня там еще «Ленин» есть, вообще все мое литературное творчество. Скорее всего, только 10% все этого из всех зрителей. Конечно, меня слегка бы расстроило, но мне-то хочется, как бы, что раз канал универсальный, то люди любят, ну, есть же те, которые любят не только АСМР, но и обзоры, или что-то еще иное, или те, кто любят не только что-то там, а что-то еще. Что раз канал универсальный, то хотя бы 30% зрителей должны любить не только эти ролики, но и мои тексты, музыку и графику. Хотя, ну, все свои рисунки, работы, я называю графикой, хотя там не только графика. Не буду больше в этом магазине покупать зебру. Тут он даже какая-то прям хрень попалась.
ну, не то чтобы лук перетертый, этот, похоже, короче, на листик лука зеленого, только уже почерневшее. Так, в общем, пленочка такая тоненькая. За это я отдала 66 рублей. Но, по-моему, столько-то не стоит. Будем считать, что, надеюсь, он меня уживет, этот цветочек. Блин, я только вчера подметала пол, нет, блядь, не цветалось что-то. А то во что-нибудь это зафигачит. Так, стоять пока, ручкой я тебя пока суну в мойку. Я ж помою. Возьмем какой-нибудь пакетик. Что-то из маленьких пакетиков у меня только разок остался. И то, ну, в принципе, не настолько он и пришел. Потом мы его благостно заюзаем для переработки мусора в дворах. Теперь мы это польем. Телефон-то у меня не тут, но по ходу дела я даже успеваю. Практически лайфхак по пересадке цветов от Лёли. Так, секунду, мне надо все сюда зафигачить чем-нибудь. О, салфеточка. Если вдруг кто не видел, то я туда поставила помойное ведро. Какая-то там мадам вечно жаждала, чтобы я поубиралась на камеру, чтобы было примерно немножко уборки на камеру. Спросите, на кой хрен я это делаю? Ну, у меня ногти сейчас ничем не удоблены, в смысле лаком лечебным не накрашены. А они все еще частично в периоде ломания. Поэтому нахрен им лишний раз соприкасаться с всякой фигней. То бишь, сладуй больше, чем нужно. Такой же, как и стены, слегка кривой. Во всем доме так. Поэтому, если вдруг слышно, что что-то такое, то этот стол слегка шатается хотя бы под него. Вот именно в таком виде он, когда стоит, он слегка шатается, и под него надо подкладывать. А когда он по-другому стоял, и когда тут был холодильник на этом месте, то он
Ну, можно было поставить чуть-чуть, и он не шатался. В смысле, попрыгать слегка с бубном, переставлять его, и он не шатался. Всего лишь 5 минут 12-го, как же спать-то хочется. Мне даже есть не хочется. Человек придет на обед, я чую, вот человек обедает, а я так это, пытаться не уснуть. Не обязательно будет выпивать по поводу света, потому что чтоб хоть кто-нибудь не был, хоть один недовольный чем-то чел не был в ролике, это вот, ну, очень редко такое бывает. Ну, я, кстати, тоже надо протереть. Так, я хоть так положил-то. Я может и не так положить. Какие-то желтые пятна. Не желающие на вас самую. Хотя, может быть, они уже и не отмоются. Мало ли, что я на ней делала. Мало ли, какое животное растение, в смысле, продукт дает желтый цвет, оранжевый. Натуральный краситель. Печеньку. В общем, вот такой вот этот ролик. Всем спасибо. Всем привет, если вначале забыл сказать. И всем пока.